Фестивальный вальс в подарок любимым учителям и выпускникам родной школы. В каждое произведение Алексей Логанов старается вложить частичку души. Тогда оно и звучит по-особенному, признается юный музыкант. Алексей – лауреат городских и областных фестивалей. Мечтает стать профессиональным музыкантом, как его кумир Петр Дранга. В репертуаре Алексея более десятка произведений. Мне нравятся произведения такие душевные какие-то, которых можно раскрыть, как бы почувствовать их. Быстрые произведения, веселые, радостные. Вот. Мне нравится любой репертуар. Талантливых учеников в Самарской музыкальной школе имени Кабалевского много. За полувековую историю образовательное учреждение выпустило более 2000 музыкантов. Многие из них стали знаменитостями, как, например, обладательница Грэмми певица Екатерина Лехина и заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Каждый ребенок талантлив, главное – суметь заинтересовать, уверена бессменный директор музыкальной школы Галина Викторовна Прокудина. Если тогда приходили дети увлеченные, просто был конкурс, было больше способных детей, то сейчас те, кто у нас учится, также увлечены. Ребят хороших, талантливых много, они не перебудятся. 55 лет назад школа размещалась в небольшом деревянном доме во овраге подпольщиков. Тогда в ней работало только 3 педагога. Композитор Дмитрий Кабалевский дал толчок к ее развитию. Не раз был членом жюри на конкурсах, проводил творческие встречи с преподавателями и учениками. Сейчас 10-я музыкальная школа ежегодно принимает порядка 500 учеников и по-прежнему держит курс на развитие. В ближайшем будущем здесь появится свой духовой оркестр. Анастасия Зубарева, Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.